Наступающий Новый год – год деревянной лошади. Он подразумевает зеленые и фиолетовые цвета, а также синие, так что имейте в виду. А еще деревянная лошадь не любит алкоголь. Это тоже имейте в виду, хотя, наверное, спиртное не любит любое животное. Но с Новым годом я хотел бы все-таки поздравить женщин. Да, это часть нашего общества. К сожалению, настолько недооценена, что я считаю, что 8 марта будет мало нашим дорогим женщинам. Поэтому я желаю вам в день 31 декабря, в последний день старого года, посвятить его не кухне, не мужу и даже не детям, а провести его, скажем, в спа, на массаже, в бассейне, прийти где-нибудь без 10-12, скинуть шпильки, сесть на кресло и сказать: «Я не поняла, где мое оливье?»